немедленно! Направление – вектор развития. Это развитие деятельности в области образования, науки, медицины, внедрение инноваций, разработка авторской проектной деятельности, информационные технологии, социальное предпринимательство. Для награждения на сцену приглашается заместитель председателя Совета депутатов Раменского муниципального района Широкова Нина Михайловна. Добрый вечер, уважаемые участники премии. До 2013 года мы в городе проводили такой марафон «Наш город неравнодушных людей». И вы знаете, некоторые вот моменты, направления мы пытались тоже заметить этих людей. Я тогда вот думала, как бы это все сделать шире. И благодарна губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что он поддержал это в масштабах области. Это здорово. И, конечно же, мы остаемся неравнодушными. И я думаю, вот тот призыв, который сейчас с этой сцены, с тем призывом, к нам, с которым обратился наш глава Раменского района Андрей Николаевич Кулаков, прийти на выборы. Андрей Николаевич, я думаю, мы как неравнодушные, мы обязательно вас поддержим. Хочу всех победителей поблагодарить, поздравить и пожелать всего самого наилучшего. Но прежде всего здоровья, берегите себя и своих близких. Категория «Инициатива» от 1 до 15 человек. Автор проекта Солон Светлана Васильевна. Название проекта «Центр поддержки сирот, одиноких матерей и инвалидов Ларион, в городе Раменск». Описание. Организация ресурсов помощи сиротам, тенью из проблемных семей.